Согласно прогнозам международных организаций, в 2030 году на планете будет 80 миллионов человек с деменцией. Чем старше человек, тем хуже функционируют его кровеносные сосуды, и это приводит к угасанию способности здраво мыслить и приводит к инвалидности. Но ученые уверены, что от деменции можно полностью защититься, если полностью поменять свой образ жизни. По сравнению с показателями 30-летней давности, число жителей Земли со слабоумием увеличилось вдвое, и этому способствует образ жизни. В 2019 году ученые выявили 9 причин появления деменции, и к ним через время добавилось еще 3. Основное – это нехватка образования, затем механические повреждения головы, утеря слуха, гипертония, алкоголизм, ожирение, а после 65 лет – изоляция от социума, табакокурение, диабет, отсутствие физических нагрузок и плохая экология. Но сейчас не поздно начать профилактику старческого слабоумия, ведь корректировка привычек поможет снизить риск даже при генетической предрасположенности. Было установлено, что люди от 60 лет, регулярно читающие книги и проводящие интеллектуальный досуг, занимающиеся искусством и зарядкой, лучше сохраняют мыслительные функции, вне зависимости от профессии и образования. Еще один залог умственного здоровья – это хороший сон. У людей, которые спят менее 5 часов по ночам и очень долго засыпают, гораздо чаще проявляется деменция. А плохой сон вообще сопряжен с риском смерти от множества причин. Часовой отдых после обеда говорит о хороших мыслительных функциях. Привычка вздремнуть будет очень мощной профилактикой слабоумия, поскольку она восполняет нехватку ночного сна, улучшает эмоциональное состояние и работу памяти, помогает справиться с воспалениями и укрепляет иммунитет. А еще ученые выяснили, что в дополнение к своему обычному рациону для профилактики можно добавлять виноградный сок и пшеницу с содержанием антоцианов. Эти продукты улучшат пространственную память и восстановят нейроны.